подкасте хочу всем рассказать, что делать, если на вас напали гопники. Ну, для начала нужно понять, сколько их, спортсмены ли они и каким обладают уровнем физической и боевой подготовки. Допустим, вы определили, да? Двое занимаются спортом, один ничем не занимается, худой. Другие такие фонники. Так, что мы делаем? Бежать не надо. Надо защищаться. Так, к вам подходит один мужик, да? Вы встаете так в защиту. К вам идет так вот удар. Например, он вас хочет ударить в грудь, да? И вот так, хоп. И так вот удар пролетает мимо. И потом он не успеет это осознать. И вы ему так вот, на, между ног. На, так. Еще раз. Так. На. Или еще можно так вот. Отойди так и зарядить ему. Так, он, допустим, упал у вас, ну или ему стало очень больно. Берешь так вот. На. Так. На вас подходит еще двое, да? Так, один вас ударяет, вот уклоняйтесь. Этот падает, допустим. Этот не падает. Ну, это вот так. На. На. Вот и все. А допустим, к вам подходит еще один. Вы вот так вот берете. Так вот берете. Кстати, так, топ. Так вот обхватываете его. И за шею, или за спину. И так вот. И через спину так. Все.